Ребятушки и девчатушки, я вас категорически приветствую на своем канале Жук-Муравейники, с вами дядь Саша, великий и ужасный, и ты сейчас, так сказать, по полной ощутишь, как минимум, не знаю насчет великости, но всю мою ужасность точно, потому что на календаре, на воображаемом календаре, у нас сегодня день, которого нету, и ты уже спросишь, как это, так поясняю. На дворе 2023 год, февраль. А в феврале 2023 только 28 дней. Но события, речь о которых пойдет ниже, они произошли 29 февраля. И не рассказать о них я считаю невозможным, то есть расскажу. Поскольку ты должна это знать, а если не знаешь, я тебе напомню о подвигах наших русских, российских бойцов. Докладываем. Бой у высоты 776. Эпизод Второй Чеченской войны, в ходе которого 29 февраля с 29 февраля по 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Псковской под командованием гвардии подполковника М.Н. Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков и арабских наемников, руководимых Хаттабом под Аргуном в Чечне на рубеже Улус-Керт-Сельментаузен на высоте 776. Если где в географических названиях поставил неправильное ударение, прошу меня простить, я с ними не очень знаком. Ну, тут я имею в виду в большей степени вот эту Улус-Керт. У меня тут ударения не стоят. Значит, состав сил был следующим. Десантников было 90 человек, а противостояло им, вышло на них в районе 2500 боевиков. Вот так они и сошлись в этом бою, в ходе которого, к сожалению, погибло 84 наших военнослужащих. То есть только 6 осталось живых из всей роты. 84 погибли. Потери боевиков как минимум 400, как максимум 500. Вот так вот было насчитано. От 400 до 500 человек твари эти потеряли. 22 солдата 6-й роты получили звание Героя Российской Федерации. К сожалению, 21 из них был посмертно удостоен этого звания. Собственно говоря, вот и все, что касается такого вот события, которое я вам читал в обязательном порядке, произошедшее 29 февраля, надо вам напомнить. Вечная память нашим павшим героям. Но есть сегодня еще и поэтесса. Так сказать, не будем, а совсем грустным. Хотя, конечно, когда я буду вам читать стихотворение, будет опять не весело. Родилась одна поэтесса. И куда же ее, как говорится, девать? А никуда ее не девать, расскажу я о ней тоже сегодня. Значит, смотри. 29 февраля 1924 года в Ярославле родилась Маргарита Константиновна Агашина, поэтесса, автор песен, член Союза писателей СССР, почетный гражданин Волгограда. Настоящая известность к Маргарите Агашиной пришла после исполнения Людмилы Зыкиной песни «Растет в Волгограде березка» на ее стихи. Не на стихи Зыкиной, а на стихи Маргариты Константинны. Значит, за свою долгую творческую жизнь Маргарита Константиновна, вроде написано, 37 сборников поэтических выпустила. Но, как было сказано чуть выше, она поэт-песенник. Поэтому вот наиболее известные песни на стихи Маргариты Агашиной. «А где мне взять такую песню?» — автор музыки Григорий Пономаренко. «Бабья доля», тоже Григорий Пономаренко, автор музыки. «Песня о солдате», Владимир Мигуля, автор музыки. «Песня о моем», точнее, «Песня о моем солдате»,
Евгений Жарковский. Подари мне платок. Музыка Григория Пономаренко. Скажи мне, подруга. Музыка Евгения Птичкина. Волгоградская танго. Михаил Чуев. Что было-то было, Григорий Пономаренко. И растет в Волгограде березка. Тоже музыка Григория Пономаренко. Так, ну что же. С песнями вы можете знакомиться в индивидуальном порядке. А стихотворение я вам сейчас прочту. Стихотворение называется «2 февраля». В свой срок не поздно и не рано. Придет зима, замрет земля. И ты к Мамаеву кургану придешь 2 февраля. И там, у той заиндевелой, у той священной высоты, ты на крыло метели белой положишь красные цветы. И словно в первый раз заметишь, каким он был их ратный путь. Февраль, февраль, солдатский месяц, пурга в лицо, снега по грудь. 100 зим пройдет и 100 метелиц, а мы пред ними все в долгу. Февраль, февраль, солдатский месяц, горят гвоздики на снегу. Да, сильное стихотворение, ребятушки, девчатушки. Это вам, понимаешь ли, не ботинки. Полботинки. Так, ну что, ладно. Много у нас есть в нашей истории моментов грустных, много трагичных, много печальных, разных есть много событий в нашей истории. Какие бы они ни были, это наша история. Она была, она есть, мы должны о ней помнить. И несмотря ни на что, друзья мои, двигаться с вами вперед. Так сказать, в светлое завтра, а лучше даже сегодня. Чего нам завтра, Ватсон? Давайте сегодня. Ну что ж, вернемся, так сказать. Да, к вот этому вернемся. Ну что ж, вернемся, что ж. Как говорится, время читать стихи и время играть в дурацкие игры. Что поделаешь? Давайте поиграем в дурацкие игры. Что-то я забыл, что хотел сказать. А что ты хотел сказать? Да ничего не хотел сказать. А, ну видео это, наверное, выйдет 28-го. Сегодня вообще, на самом деле, 28 февраля, как вы сами понимаете. Потому что завтра мне уже про 1 марта вам рассказывать сказки, понимаешь ли, стихотворение читать. Так что сегодня вечером на сон грядущий вам выпущу это видео. Ладно, Ватсон, заводи КамАЗ, чё, как говорится, чё горевать-то? Поехали, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Так, не помню, говорил я или нет, но в общем это 61-я серия. Это, конечно, совершенно не важно. Да и номер серии в любом случае у вас будет написан. Но напоминаю, 61-я серия увлекательнейшего. 23 часа мне еще лечить перелом межреберной невралгии. Невралгии. Увлекательнейшего, понимаешь ли, сериала. Какого сериала? Азы выживания 2.0. Так, а что же делать, смотри, Шурик, тут вот костер. Да ничего не делать. Давай факелов накидаем. Не факелов, а факлов. Хорошо, накидаем факлов. Факлов накидаем. Медведь придет, увидит факлы. Обрадуется. Скажет, ух ты, шка, это все мне. А мы скажем тебе. Он спросит, за что? Мы скажем, просто так. Рубрика «Папа, не пой, папа». Да. А вон он, кстати, лежит. Это он лежит? Да, вон он лежит, его от седла видно. Иди на... Хотседва. А, что такое? Все. Все, не успел. Так, воду вставляем. Да, медведю. Так. А завтра у нас с вами, получается, весна начнется. Ну, по календарю, разумеется. А так-то морток напяливает 35 порток. Это мы знаем. О, гля, мясо. О, гляди, о, гляду, о, гляда. Это же мое меско. Так. А это что валяется? А, труд. Так, я хотел вот сюда сходить, наверх. Ну, сходил, сходи. А потом, может, в Зорькину хижину зайдем. Может, нет, слушай, тут пещера есть наверху. Можно сходить к пещере. Там полежать. Чего полежать? Ну, просто полежать там. Так, ну, где-то там, по-моему, слева пещера есть.
Ладно, сейчас пойдем поищем. О, а что, не подняться здесь? Да хвой. Да хвой должно подняться. Оля подняться. Не Оля подняться, а в смысле угля подняться. Так, это там скоро персонаж проживет, типа уже 300 дней. Ну, не скоро на самом деле. Ну да, там пока 286. Так, а пещерка прям, по-моему, вот тут. Я к ней аккурат вышел. Ты смотри, получается, медвежьи прям под ней, да? Угу. Прям под ней. А, смотри, вот тут, короче, есть трот. К нему можно привязать. Вон там, по-моему, альпинистский камень. Точнее, ну не трот, здесь камень есть. Вот сюда можно его притащить. Пещера вот там сейчас будет. Я тут, помню, ходил. А трос, по-моему, там в прогале. Прогальчики. Ты глянь, отсюда как на ладони весь аэродром, да? Надо отсюда зарисоваться. А здесь есть место для зарисовки? Не знаю. Ну, правда, ты там на специальном участке зарисовался. Да, я зарисовался. А где же трос? Не знаю, сейчас будем искать. Сейчас искать будем, где он есть. Она схватила его за руку, да? Там кто-то нервничал, что я неправильно цитирую. Слышь, дядя. Знаешь, дядя, на тебя я глядя не могу понять. На кой же хрен ты здесь? Сейчас-то тут стоишь. Папа, не пой рубрика. Да, и там слова другие. Ну, не другие, а смысл какой? А, не мешай мне, парень, не знакомец, отвечал. И дрожащей рукой к своей шапке молча прикоснулся. Или не молча, а как? Ну, в общем, ты понял, да? Песня короля и шута про чувака, у которого небольшие проблемы, скажем так, на голове. А с чего все это началось? А, что я неправильно цитирую. Кто-то там мне когда-то на стриме написал, что он переживает сильно. Сильно. Так, такой сильный переживание испытывает, что кушать не может. О, вот он трос. Что, дескать, она схватила ему за руку и неоднократно попросила, куда он девал деньги. То ли так надо, то ли я не так говорю. Ну, в общем, что я хочу по этому поводу сказать. А что это там так текстурки? Ты видишь? Опа. Рисуем. Рисуй, пока молодой. Папа, рисуй, пока молодой. Ага. Медведя, туша, забраться. Да забраться здесь негде. Так, ясно нам. Ну, трос потом мы сюда привяжем. Может быть, когда-нибудь, если я не забуду. Ежели я не забуду. Теперь ищем, где тут находится пещера. А пещера вот там внизу. И эта пещера уже теплая. Да, теплый пещер. А здесь нельзя пройти так вот напрямую. Так, теплый пещер тоже надо зарисовать. Куда ты полез, а? Ты куда ж ты полез? Наш малец куда-то полез. Хорошая такая погода, да? Так ходил бы. Ну, короче, пока я тут по всему этому аэродрому не растащу вообще во все какие только можно места. Эти, как их там зовут? Мясы всякие разные. Воды. Соки, воды и мясы. Так и буду я тут скитаться. Так, вот сюда надо, да? Какая же температура? Минус 8. Вот тут такая ложбинка. Ложбинка. Туда вниз спускаешься. Ну и там, короче. И там, короче. Что-нибудь находишь. Так запрятали, как будто здесь, не знаю, прям золото-бриллианты лежит. Там придешь, тут ничего не лежит. Хоть название у этой пещеры есть. У пещеры-то хоть название-то есть. А мы его назовем так. Пещера 29 февраля. О, точно. Это пещера 29 февраля. Не, у нее свежая промоина название. Ну, дурацкое достаточно. Свежая помоина. В общем, нашел я свежую помоину какую-то.
что-то. Угу, костерок сожжено. А вон там еще уголь-то не подобрал, потом подберу. Какая же здесь температура? Так, температура. Это ты что смотришь? Да я смотрю, нет тут что на просушку. Да температура тут под двадцаточку. 17. О, видишь, я же говорю под двадцаточку. О, риск бессонницы. Вот этот номер. Жил-жил, да чуть не помер. Это от кельт у меня, ракель такой. Риск бессонницы. А, ну тут опять этот электростатический затуман. Затуманность электростатическая. Не, ну нам начхахать. Мы мотаем время. Так, предлагаю воду не пить, а то у меня ее может быть мало. О, бессонница! Бессонница! То ли большая, то ли малая. Так, сколько там у меня воды-то? Немного. А что говорит по этому поводу Валер Валерович? Он говорит, воды много не бывает, да? Угу. А ты, Александр, воды себе не приготовил. И вот теперь у тебя бессонница. Да пофигу на эту вашу бессонницу, я вам так скажу. Я вам так скажу, за весь бессонница, за весь бессонница этот, не бессонниц, наплевать. Рубрика «Папа, не пой» продолжается. Угу. Сломанное ребро, 12 часов. 12 часов, слушай. Ну давай мы еще чуть подождем, а пить не будешь? Не, пока не буду. Пока не буду. А вот теперь буду. Ну что там? Да нет, сейчас еще не вылечится. Да знаю я. Да знаю я, что не вылечится. О, смотри, температура какая. Плюс 6 градусов, да? Вот не было у меня этих свитеров бы красивых, было бы мне холодно тут. Чего там, Шурик? Кажут 2 часа еще. 2 часа. 2 часа! Давно обосновался? А что такой вес большой, Александр? Шерлок Холмс! Вон тут угля 1,5 кг. 1,5 кг угля. Так, что там по одежде вообще? Не пора ли что-нибудь зачинить? Да, пора. Смотри, портки какие-то. Там портки какие-то у баб. Непочиненные. Надо починить. Непорадок. Портки у баб непочиненные. Это где ж такое видено, чтобы у баб портки непочиненные были? Какие там... Так, починил ли? Слышь, Шурик, есть предложение, поражающее своей уникальностью. Может быть, мы давай воды немного приготовим, а то глянь, воды-то у нас хрен есть. А вот добивает ли сюда солнце? Так, значит, пещера свежая промоина называется. Найн! Как это найн? А, понял. Really найн! I'm so sorry, really nine. Так, пещера. Название ее не указано, что это свежая помоина. Почему не указано, не знаю. Не хотят мне давать возможность разводить огонь. Так, опять вода у нас с тобой кончилась, а этому медведя оставлял, да? Ну чё там? 2 часа. Слушай, а почему 2 часа-то? Какого хрена? Было ж 2 часа, и опять 2 часа. Там солнце когда появится? Когда там солнце красит нежным светом сены древнего промоины
Рубрика «Папа, не пой». Так, свежие помойны. Ну, сейчас-то солнце уже есть. 100%! А это 88. Хочу вот этим. Вот этим хочу разжигать. Разжигангстер. Я разжигангстер. Разжигангстер. Начинает разводить огонь. А чё это она двинулась? Я ничего не двигал. Ты почему так, а? Ты на каком основании? Какие ваши токасательства? Токасательства? Так, токасательства. Токасательства у нас что-то не очень. Я так до рыбалки хрен когда дойду. А может быть не надо? А может быть не надо? Но тоже хорошо. Ладно, дойдем, не переживай. Да не переживай. Так, смотри. Сюда давай два. Так, сюда давай не два. Давай, почирикаемся. Ой, ребро вылечилось. Да быть такого не может. Я теперь могу немного бегать на короткие дистанции. Ты смотри, что деется. Ребро подлечилось. Ну, все. Не прошло и, как говорится, 120 часов. Так, до выпаривания. До выпаривания. Надо воды сделать до Зорькиной хижины. Отнести, чтобы там в Зорькиной хижине была вода. А то нам без воды будет... Там и мяса, конечно, уже тоже нет. Не, ну пусть хоть вода будет, а то там не мяс, не воды. А может мы тут оставимся поспим? А на кой? А на кой? А вот я не знаю, на кой. Да я ж в принципе-то... Чё ты в принципе-то? Да я ж в принципе-то до закипания 13 минут. Я ж в принципе хрен знает, что я в принципе. Чё-то я в принципе, а вот чё я не понял конкретно. Не, всё понятно, но что конкретно? Ладно. Пошли до Зорькиной. Там еще до этой Зорькиной надо дойти. Там, знаешь, тоже вот так вот с кондачка до Зорькиной хижины хрен дойдешь. Так, а я в таком перевесе быстрее хожу? Не знаю. Да, быстрее. Не, ну я хоть бегать могу чуть-чуть. Не надо бегать. Сейчас ногу, ножку растянешь. Так, а чё там, олени, как думаешь, уже высохли? Не, олени ещё не высохли. Они ж 5 дней сохнут. А ты их стрелял, у тебя уже переломы были. А, ну да. Ну да, ну да. Были. Были. Тем более были они уже такие немножко... Немножко не свежие. Так, сюда можно принести трос, правда неизвестно зачем. А вот я тоже не знаю, зачем сюда трос приносить. На кой, как говорится, хрен сюда приносить трос? А кто его знает? Зачем тут вообще тогда камень? Куда ходить? Так, тут я помню, волки шляются. Шляются, шляются. Я тоже помню. Помню, встречал, стрелял. Стрелял, встречал? Нет. Встречал, стрелял. Ну как, если я стрелял, то уже потом не встречал. Нельзя встретить того, в кого стрелял, особенно успешно. Можно сначала встретить, а потом стрелять. Так, значит, да? Значит, так. Так вас, значит, в институтах учат? Понятно. А Зорькина хижина нужна мне.
Да, помню, прям вот тут волчек мне как-то на стриме. На стриме как-то тут волчек я приголубил вот в этом районе. И вот этом бугорке его отжаривал. Отжаривал его. В смысле жарил мясо? Так, что-нибудь видишь, куда идти? Так, вот, по-моему, дорога здесь как раз поворачивает. Эй, дорог, поворачивай к черту! Не, зачем? Не надо поворачивать. Дорога, говоришь, поворачивает? Чуть я никого не вижу. Кто бы куда бы поворачивал? Да не, да вон же она поворачивает. Шурик, да вон же поворачивает. Истину тебе говорю, истину говоришь. Поворачивает, говоришь? Ну ладно, ладно. А чуть волка до сих пор я ни одного не встретил. Странно, такое пространство большое, а волков нету. Так, значит, Зорькина хижина, а потом можно сходить к дрейфующему. Дрейфуй отсюда! К дрейфующему островку. Где тоже какой-то островной коттедж там стоит, да? Да, там островной коттедж. Островной коттедж стоит, качается. Думаешь, так? Ну, не так. Ну, а почему, когда ветер там сильный? А там сильный здесь. Ой, какой сильный ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты качаешь островной коттедж. А вот Зорькины хижины я не вижу ни хрена. Так, Зорькина хижина... Кинохижина. Ну, слушай, там к кинохижине, чтобы выйти, должно нужно на дорогу наткнуться. А мы с тобой должно-нужно не наткнулись. Окей. Не наткнулись. Пошли натыкаться. Но она где-то вот тут, наверное, проходит. А, вот она проходит. Вот она! Ага. А, ну вон и все. Где-то уже тут и должна быть зеркинохижина. Вечно я тут что-то по ночам хожу, нифига не видю. Так, погоди. Да ты, по-моему, в обратную сторону идешь. Да в какую обратную? Ты чё, как тебе в обратную? Вон хижина должна быть впереди. Да? Да, вон она, в обратную. Вечно. Понаберут тут, понимаешь ли, я не знаю. Не пойми кого. Ну, извиняюсь, зря быканул. Вот ты зря. Вон Зорькина хижина стоит, смотри. Видишь? Да вижу, вижу. Вот. Так, а у меня здесь что? У меня здесь медвежий шкур. А забирать будем? Да не, пусть лежит. А чё её забирать? Я сюда, может, и шо приду. Вот тут, может, спушусь. Ой, нет, тут я не спушусь. Не-не-не-не. Най-най-най. Тут я все свои ноги кривые поломаю. Так, а куда же мне мясо кинуть? Мясо кинуть? Угу. Ты его увидишь? Нет, наверное. Нет! На это я не могу пойти. Наверное, не увижу. Так, а сколько ж медведь-то высох? 26%. А он, между прочим, 12 дней сохнет, ты понимаешь? Вот, а он 26 показывает, ты понимаешь, да? Я понимаю. Он показывает. Чё он показывает? Говорит и показывает. Так, ну давай мы с тобой чуть-чуть подождем. Так, ну сейчас, конечно же, знаешь, тут сейчас что будет. Я сейчас никуда не пойду. Не потому что передумаю, а потому что сейчас просто метель какая-нибудь будет дуть изо всех сил. И будет ни хрена не видно. Ни хрена не видно. И до островного коттеджа. До красивого. О, тут бессонница еще. До красивого островного коттеджа мы хрен дождем. Дождемся. Так, там сейчас тихо. В лесу.
состоянии мой спальник? 85%. Ну, он где-то 10 градусов. Гореет. Гореет. Вот тебе гореет. Будем забирать баллончик с краской? Ну, давай заберем. Правда, не знаю зачем. Так, вот вам вода. Отошедшие доски. А вот отошедшие доски можно 30 килограмм напихать, ты понял, да? Вот, 30 килограмм отошедших досок. Так, а клен будем брать? Клен. Ну, клен можно взять. Потому что здесь я все равно его использовать не могу. Клен давай заберем. Так, какая температура у нас? Минус 16. Так, я вот тут какой-то видел прогал. Че, рисуем? Рисуем. Зарисовали. Ага. Зорька и хижина. Никакого толку, что ты что-то зарисовал, нету. Разве что только подмерз малость. Вот тут какой-то прогал видел, вот сюда. А-а-а, слушай. Тут, по-моему, если пойду я до этого, до вертолета упавшего дойду. Там еще один вертолет есть. Вертолет номер 2. По-моему, тут до него можно дойти. Это в его сторону движ. Я как к этому вертолету приходил, вечно, помню, замерзал и жрать не было нечего. И, походу, сейчас будет то же самое. Опять замерзать и жрать нечего. Угу. А это там кто? Волк? Волк. Да, це-волк. Как говорим мы, це-волк. Так, ну что, волк? Иди сюда. Моя твоя стрелять будет. Сейчас, смотри, убежит. Волк! Не, не убежит. Если это Зорькин хижина, то это Зорькин волк. Зорькин волк, получите в лоб. В лёльк. Вольк, лёльк. Так, а что ты тут стоял? Любовался видами, что ли? Как прекрасна наша саванна с высоты птичьего полета, говорил Вольк. Так, ну мне кажется, тут все зарисовано. Ну давай проверим. Холодно. Да пофигу. Не, чуть-чуть добавилось. Холмов. Угу. Так. Тащи, волк. 5 килограмм, нифига себе, ты жирный паразит. С улыбкой странной. Вот так у меня переохлаждение, понимаешь, да? Подъезжает. Подъезжает переохлаждение. Угу. А ты лежишь, и тебе все нипочем. Сейчас дойдем до вертолета, там внизу будет вертолет. О! Зорькин хижин, Зорькин волк, а это Зорькин крол. Зорькина крола будем стрелять? Ну, в общем, можно. Ай, больно! В печень. Стрела в печень, Зорькин крол не вечен. Так, что-то я не вижу спуска к вентилятору. К какому вентилятору? К вертолету, я хотел сказать. К вентилятору вертолета. А ты не спеши. А ты погоди. О, еще один трос можно привязать. Второй. Так, вот это уже интересно. Может быть, даже лучше его сюда привязать, чем туда. Да, пожалуй, сюда, наверное, интереснее привязать будет. Вот здесь больше толку есть. Наверное. К Зорькиной хижине, чтобы ходить оттуда. Так, Шурик, а если мы сейчас с тобой намалюем... Погоди. Да отмена. Если мы с тобой сейчас намалюем... Так он у тебя и был использован. Если мы сейчас намалюем... А крестик-то где? Наверное, напишут, что ни хрена не видно, да? Нет, видно. Хм. Но при этом не замулеван этот, как его зовут. То есть ты его решил замалевать и совсем замерзнуть. Ну да, пусть он замулюет его. Ага, все. Вот, а это Зорькин хижин. Это Зорькин хижин. Ага, сюда можно трос привязать. Так.
Это хорошо. А куда же он ведет? А вот я не знаю, здесь можно аккуратно спуститься или только ноги поломав? Нет, только ноги поломав, это нас не устраивает. Нам бы хотелось аккуратно. Аккуратно ноги поломать? Да, аккуратно, безболезненно. Так, смотри, здесь вот такой вот карнизик. Но если я на него выйду, я потом назад не спущусь, да? Так. А заглянуть нельзя, что там дальше есть? Слушай, ну кажется, здесь можно спуститься. Ну ты смотри, Ладно, спокойно. Спокойно, я спокоен. Просто назад дороги не будет. Слышь, Шура, Шура. Назад потом дороги не будет. А там сейчас отвесная стена. Мое почтение. Но она не отвесная, но что-то она мне не нравится. А ты уже на нее ступил. Ступил уже? Или я в смысле ступил, наступил? Или ступил, совершил тупой поступок? Слушай, я в этих филологических ваших бреднях разбираться не собираюсь. Вот у тебя уже растяжение сопястья. Так. Ага. Ступил. Ну, походу, все-таки ступил ты. Ну, в смысле, совершил тупой поступок. Блин. Ну, ёперный театр. Я думал, это то место, где винтарлёт лежит разбитый. Сейчас ты тут будешь лежать разбитый. Я не хочу тут лежать разбитый. Ха, не хочу. Я, можно подумать, хочу. Ух ты, блин! Одежду порвал. Ты чё, Шурик, одежду порвал? Да, вот этот звук мне не понравился. Не понравился мне это. Чиниться придется. Давай чиниться, как говорила Маша. Так, а где же вертолет у нас разбитый? И насколько сильно порвал я свою одежду? Не знаю, где вертолет разбитый. Не знаю. Нет у меня дневников капитанов. Слушай, да он же где-то тут был. Ни? Ничего не понимаю. Что там по одежде? Сильно порвалась? Порвалась, я пьяна. Да не сильно. А что такой звук был, как будто сильно. Так, а риск переохлаждения. Так. Походу, кто-то сейчас довыпендривается. Вертолет, где паразит такой разбитый тут валялся, я помню, в этих краях. Так, а у меня растяжение какого места? Мозга? Растяжение у тебя. Сопястье. Так, не, сопястье нельзя. Мне надо, чтобы я из лука мог стрелять. Никаких нахрен сопястий. Это во-первых. А во-вторых, когда сопястье, здоровье не восстанавливается. Так, в общем, хз, куда этот трос нести. Не, ну точнее, я знаю, куда нести. Вертолет я не нашел. А вертолет я не нашел. Не нашел я вертолетик. Ну и что, что не нашел? А может быть, он даже где-то тут, а может быть, может быть. Вполне может быть, вполне может быть. Да, он, по-моему, здесь. Кажись. Вечно я как гуляю, у меня риски переохлаждений, да? Сань, Сань, там переохладический, да вот. Не вижу я никакого вертолета. Ну, понимаешь, значит... О! Барак! Барак, барак, барадуемся, мы нашли барак. Теперь бы добежать бы и не переохладиться. Так, смотри, барачок. Барачок, нашел я барачок. А где же тут тогда вертолет был, а? Ну он же где-то в этой стороне. Ну где-то, да. Где-то, где-то. Посредине тут, а где-то тут, а вертолет. Так, риск переохлаждения, папа не пой. Рубрика папа не пой. 73%, 73%, 73%. И придет писец. 73%, да нет, 27% придет писец. А, ну да. Да-да-да, так. 77%, 87%, 99%, и пришел писец. Во, вот это уже больше похоже на правду. Так, а тут где-то, где-то. Вертолет, да нет, вертолет, понятно, что где-то.
Хз где? Хз где он находится? Может быть, вот в том прогале. Может быть, в том прогале. Я с утра до ночи на работе. Да? Да. Так, ладно. Дрейфующий остров. Вот, короче, у нас этот, как его там, Ольдебарак. В срочном порядке разжигаем. Разжигансерами становимся. Ну и вот Эттогрец воспроизводим. И воспроизводим Эттогреца. Может быть, даже так? Нет, так нельзя. Так не, нельзя. А какая тебе разница? Жалко, что ли? Жалко. А зачем тебе? Не знаю, пригодится когда-нибудь на крайний случай. Так у тебя целых две. Ну, я понял. Жлоб ты. Сам ты жлоб. Газета. Козетка. Так, Александр. Так, Александр. Ага, гвоздодер у тебя нету. Ни-а. Нет, зато смотри, я вот волка себе подобрал. Да, подобрал ты себе волка. Вот я его поел, подобрав его. Продолжаем, понимаешь ли, его изготавливать. Сейчас риск переохлаждения пройдет, станет хорошо, тепло. Так. Опять риск бессонницы. Ай, заколебали вы меня вашими дурацкими бессонницами. Там вон кролик выпал. У вас кролик выпал, да я вижу, в осадок, да, в осадок. Осадочный кролик. Так, знаешь, что ты мне лучше скажи? Осадочный кролик. У нас с тобой канистра только в таком виде, да? Да. Так, у нас с тобой есть вот нормальная, понимаешь ли, удочка. Давай мы ее сбросим, а то вот я как чую, она порвется. Давай вот этими ловить. Лови пока молодой, Сашка. Лови пока молодой. Так, опять мне какой-то риск дурацкой бессонницы нарисовался. Откуда не возьмись. Вдруг откуда не возьмись. Риск бессонницы возьмись. Что-то как два раза не возьмись, возьмись. Ну, я лучше не придумал. Все. Вдруг откуда не возьмись. Риск бессонницы появись. Так. Поймал какого-то сигулька. Ветрище-то какой, а? Ветрище-то какой. Еще один сигулек. Так. А у меня рыбалки, по-моему, еще четвертого номера не было. Или был? Я не помню. Я не помню, что-то у меня рыбалка. Или у меня все... Не, по-моему, четвертый был. Да был вроде. Блин, где-то кнопка. Когда они кнопку сделают видимой? Ну что ее хрен видно, а? Так, Ватсон, тут возник вопрос. Рыбалка на льду. А, четвертый есть. Ну, если четвертый есть. Да есть-то оно есть, только какого, как говорится, толку? Чё там, как говорится, есть? Болезнь бессонница. Ну вот, бессонницы захворали. Что же это такое делается, люди добрые? Бессонница, понимаешь ли? То ли большая, то ли малая. Бессонница. То ли большая, заколебалая. Мало я. Никто не ловится. Ролик тут еще не отбортированный. Не разбортированный кролик лежит. Ой, там воды попить ты забыл. Вижу. Вижу, вижу. Попил. Вижу, вижу. Так, ну что, поспим? Ну, давай еще немного половим и подрыхнем. Я вообще не ожидал так круто на рыбалку уйти, но так получилось, ушел. Сигулек. Так, а еще? Да здравствует новая рыбалка, которая называется «Хрен ты чё поймаешь». Хрен тебе, не рыбы. Спасибо. Так, кролика будем депортировать? Да пусть лежит, чё, куда его депортировать?
депортировать. Так, а здесь вон хижина, да? Да вроде да. А чё его депортировать? Пусть он лежит. Сейчас немножко бросим тут всего. Вот, пойдем поспим. Сколько там у меня хватает дров? Так, дров. У меня не дров, у меня уголь. Сколько там хватает уголь? Это как там с пещера с промоиной? Промоиная пещера. Ну что ты не кладешься? Так, 9 часов 50 минут. Ну то есть 10 часов я могу спокойненько поспать. Хорошо, поспим. Кролик испортится. Да? Да-с. Кролик испортится. Если я выстрелю, кролик, он же испортится. А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я. 4,48. Тушь кролика. 78% еще достаточно такой новенькой. Новенькой почти. Почти новенькой. Почти не испортился. А, нет еще, да? Ах, нет еще. Слушай, я еще тут окуня ни одного не поймал. Максимум, что мне попадалось, это сиглевидности вот эти вот. Ой, там погода ясная, надо зарисоваться. А у меня, по-моему, этого нет угля. Сейчас надо не забыть взять отсюда угля. Вообще ни хрена не ловится. Ну не ловится и все тут, а. Шурик, ну какого лешего? Такая... А, все, рисовать мне нечем. Почему нельзя из печки брать уголь, брать уголь, когда она горит, а? Ну а ты как себе это представляешь? Ну из поддувала. Тут есть поддувала? Поддувала? Короче, Шурик, поддувала тут нету. По крайней мере, ничего такого похожего на поддувало. Я тебя понял, да. Не похоже на поддувало. Так, поддувало, поддувало, поддувало. Овощи. Так, значит, ловись, рыба. Спасибо. Ловись еще, рыба. Большая. И... Малорота окуневидная, опять бессонница. А, она прошла, по-моему. А я не знаю, уже там прошла, она началась. Я только знаю, что она заколебывает. Вот это я знаю. Бессонница здесь заколебывает вообще по-крупному. Что есть, то есть. Так, ну тем не менее продолжает ловиться только мелюзга. Малорота у окуня так и не было. И не будет, я так понимаю. Ну, наверное, да. Но в принципе, пока нормально. Но, опять же, в плане топлива там ни о чем. 56 минут. Так. Икмари, я только собрался куда-то идти, и там уже все дымкой заволокло, да? Сходил. Нагулялся. Эх. Да, реально нагулялся. Ну, можешь сейчас поспать, но я сейчас так, конечно, и сделаю. Сейчас-то я, конечно же, посплю сейчас. А откуда я таскаю эту банку пустую третью? А, это я в Зорькиной хижине, по-моему, ел, да? Да. Ну, спим часик. О-о-о-о.
успеем еще часть хочу делать. Но мне кажется, лучше не станет. Да, не стало, Шурик, ни хрена лучше. Печка погасла. Можешь вот эту мясо здесь оставить. Ну и воды можно бросить пару. Так. Ну где-то вот туда надо идти. Непрочного льда здесь вроде не было. Да, писец. А тут же где-то пещеры есть. Да, найдешь ты их в такую погоду. Вообще хоть что-нибудь бы найти. Минус 41. Переохлаждение можно найти достаточно с успехом. Короче, локация аэродром однозначно лидер по метелям. Ну, точно не уступает долине отвратной. Развратной. Блин, ни хрена не видно. Так, что-то видно какое-то побережье. Это что за побережье? Так. Мне, ну, вроде нужна противоположная побережье. Так, вот она, противоположное побережье. Так, ну я помню, я ж тут ходил раньше там на стримах. Как-то вот туда надо наверх забираться. Только надо понять, где я могу это сделать. Где-то можно, где-то не можно. Пробуем забраться. А рано или поздно будет подъем. Вот подъем. Ну это, короче, на дрейфующий остров лезу. Лезут я правильно. Теперь бы еще дом найти. Этого иногда в метелях заколебешься искать. Минус 43. Да это фигня. Конечно. Так, дрейфующий остров. Ага. Это хорошо. С одной стороны. А с другой стороны, как-то надо найти дом, который здесь на острове стоит. Мимо острова Буяна, в царство славного Салутана. Так, Салутана говоришь? Да, Салутана. Так, это я здесь поднимался. Блин, Шурик, а? Трудно понять, куда идти, ни хрена не видно. Да, я вижу, что ни хрена не видно. Ну, вниз-то мне не надо. Да вниз-то тебе не надо, да. Блин, ни черта не видно, а вообще ни черта, ни зги, ни пса. Где этот дом? С какой он стороны стоит? Забраться-то я забрался, куда идти, я хрен пойму. Что хоть слишком маленький пятак, там больше должно быть. Пространство жизненное. Чё тут вообще не... Ну, я помню, там вот так заходишь, чуть-чуть проходишь влево. Сюда, что ли? Чуть-чуть проходишь влево. А, я, может, слишком круто уходил. И там потом вот так влево проходишь, идешь-идешь, а потом справа такой подъемчик деревянный, такие ступенечки. Ты видишь, когда ни хрена не видно? Да, вот, вроде сюда. Там такие деревянные ступенечки. Типа, добро пожаловать в нашу, понимаешь ли... хижину. Так, ну где-то тут это, да. Уже больше на правду. Ага. Это не пугайся, тут снежное укрытие рядом стоит разрушенное. Оно дает такой звук. Вот оно. Да. Так, получается, это где-то вот тут. Если тут разрушенное снежное укрытие, оно примерно в одном и том же месте все время образуется. Сейчас найдем мы эти ступеньки. Где-то тут они, неподалеку. Где-то тут. Ай, ступеньки, ступеньки. Хожу тут вокруг да около. Да ни черта не видно, поэтому и хожу. Сейчас найду.
Там риск переохладительного... Так, опять не туда, Шурик, ты вышел, на край. Да, такого быть не должно. Так, может здесь ступеньки? Там еще сарай рядом такой. Ну да, сарай рядом, я помню. Так, нет, Шурик, ни хрена не туда ты пошел. Блин, значит, укрытие чуть-чуть в другом месте появилось, получается, да? А хрен его знает. Опа, да. Что случилось? А как я сюда вообще прошел? И откуда вы? Так, ну там же сарай еще такой стоит, полуразвалившийся. Ёперный театр, а? Так, березы. Березы помню. Так, пока их не надо рубить, пусть они стоят, будут ориентированы. Так, ну погоди, это я сейчас к другому бараку выхожу, с другой стороны, правильно? Ну да, правильно, там внизу спускаешься и барак. Так, ну если ты спускаешься и барак, а тут березы, то где-то тут должны быть ступеньки и дом, собственно говоря. Блин, твою дивизию, а? Ну не видно ж ни хрена. Так, вот там что у нас маячит? Может, вот тут? Нет. Я вообще, может быть, вокруг хожу. Можно. Так, это ты опять идешь, мне кажется, где уже был. Может быть. А может, где не был. О! Вот он, нашел. Как же тяжко, что в метели что-то искать, а? А сарай? Почему я не видел сарая? А потому что сарай, он тут вон где стоит. Вон он где паразит стоит. Чё тут интересного в сарае? Ни хрена в сарае интересно. Так, ладно. Аж какое-то голубое свечение под домом, ты видишь? Островной коттедж. Фу, газ мне в глаз. Кричать на разрушенный, понимаю. Очёчки. Ткань. Ткань порвать. Надеюсь, когда ткань порву, кровать не порвется? Нет, не порвалась. Так, кролика. Разобрать. Какое-то голубое свечение. Ну чё, Шурик, мотаем время. Здесь что не прогулка, то какой-то писец. Сплошные потери, понимаешь ли, ориентации в пространстве. Нехорошо это всё. Бессонница начнется какая-нибудь однозначно. Так, а тут есть второй этаж? Тут второй этаж? Нет, здесь второго этажа нет. А, нет, это там был второй этаж. Ах, это там был второй этаж. Тут только первый, да, тут только первый. Ладно, первый так первый. То есть метель не это, не того этого, да? О, смотри, спички дали. Интересное кино. Метель пока не планирует отступать. Она пока планирует наступать. Хорошо, давай еще поспим. Хорошо, давай, проспать нам тут особо час. А это что, полароидная фотография?
ты глянь. О, взлетно-посадочная полоса. Красивая. Только откуда это зарисовывать, не знаю. Откуда-то зарисовывать? Не понял. Слушай, мне задней стороной. Made in Canada. Вам когда-нибудь так баллончик? А что у него сзади есть ингредиенты? Отродясь не видел, что у него есть задняя сторона. А что это он мне задней стороной попался? Что это за задней стороной мне батончик подсунули? Это почему это мне батончик задносторонний? Я его никогда не доставал с односторонним. Он всегда ко мне прямо выходил лицом. Отродясь его не поворачивал. Тут что-нибудь есть? А, тут тоже состав есть. Продукт Канада. Слушай, у них везде это написано. Так, интересное кино. Почему мне батончик за односторонний выдали? Я даже думал, какой-то новый вид батончика. Да. Ведро. Ведро не пилится. Странно, ведро не пилится, да? Ага, консервы. Да блин. Тут уже риск растяжения из-за этих, понимаешь ли. Книгам. Ну, чтобы риска не было. Так, ну там очень холодно, да. О, смотри, тут еще крекеры есть. Слоеный крекер. Клюшку тоже разрубить нельзя. Так. Ну где ж мы тут с тобой, Шурик, кружили, бродили? А где-то бродили, я хрен его знает где. Где вот эти березы были, которые я видел? Помнишь, березы ты встретил? Березы, помню. А да вот, укрытие снежное. То есть я просто мимо пропиндюрил, надо было вот тут подняться, вот так и все. Ну да, легко сказать просто подняться, когда прекрасная вокруг видимость. Да? Когда прекрасно вокруг видимость, оказывается, надо просто подняться. Угу. Это вот такой багуль, вот этот по звуку происходит в том месте, где снежное укрытие стоит. Я не знаю, что это такое, почему оно происходит, но всегда связано это со снежным укрытием. Все, пойдем спустимся вниз, там где причал есть, глянем, вдруг там лось ходит тоже. Второй. Ну, вообще не должен, но давай глянем, всякое может быть. Тебе мало одного? Не, мне одного хватило. Но я хочу еще поискать лося. Сейчас березы брос, чтоб сохли. И пойдем искать лося. Ага, вот я тут где тыкался, ныкался. Я не знаю, где оно, на своем месте, как обычно, или все-таки на другом. В смысле, где? Не, я его видел где-то в другом месте в прошлый раз. Не здесь оно было. Но оно разрушенное. Его разбирать даже смысла нету, в нем ничего не будет. Когда разрушенное укрытие разбираешь, получаешь ноль. Выдают тебе ноль. Почему ноль? Ну, откуда я знаю почему? Вот почему-то выдают, и все ноль. Так, Ватсон, надо для миссис Хадсон пару фотоснимков. Я не знаю, почему выдают ноль, но выдают нам ноль. С разрушенного, когда собираешь. Так, бочки, островной коттедж. Так, ой, а я ж забыл забрать, Шурик. Ну ты ж говорил, не забудь забрать уголь. И чё мы имеем? Мы имеем, Вася, я снеслась, ну вот тебе два угля. Ну, два угля хотя бы. Вася, я снеслась и забыла уголь, а? Ну как так, Шурик? Шурик, как так? Ну как? Вот так! Мы провожаем папу.
Так, а здесь, смотри, можно выйти на балкончик и подрисовать что-нибудь кому-нибудь, да? Вон я в том бараке сидел. А тут с другой стороны еще есть барак. Угу. Стравной коттедж. Так, 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 понятно. Вот он у нас один барак рыбацкий изображен. И где-то тут с другой стороны должен быть другой барак. А где он? Где-то тут получается. А я хз. Так, ладно. О, кролики, смотри, сидят, беседуют. Что-то там. Привет, привет, говорит один другому. Так, ну мы, смотри, вот сюда идем. Мы не к кроликам. Тут вот такой есть пароход. Которым внутри минус 6. И выходим мы вот так на причал. И тут иногда бывает ходит товарищ лось. Вон там. Да? Но не сегодня, не у нас. Тут вот бочки, которые можно рубить. Так. Что тут интересного? Камни. Сети. Бухта. Под локацией под названием Бухта. Ну, не золотой рог, а просто. Просто бухта. Где-то тут должна быть пещера. Вот я точно не помню, где. Она, где островной коттедж, или она была там у Зорькиной хижины? Нет, она где-то недалеко от бараков. Так, недалеко от бараков, говоришь? Да. А где же это недалеко от бараков-то? Не знаю. Ищем. Пошли, обойдем вокруг. С той стороны будет другой барак. А вот если на пути от Седова до того барак пещера, я чё-то не помню. А может и не помним, но будем вспоминать. Сейчас будем вспоминать. Температура минус 10. Тут полно Тимофеевки, вон самолет упавший. А я что-то самолет зарисовал или нет? Я какой самолет вообще зарисовал? Так, какой я самолет зарисовывал? Я что-то хрен помню, какой ты самолет зарисовывал. По-моему, его что ли. Так, ну здесь пещера, вот она. И есть вот там еще пещера, да? Слушай, я вот эти березы помню, я их уже собирал. Это опять уже что-то не чувствует. Так, пещера здесь, вот она. Еще одна. Ты ее нашел, да? Да. Сейчас мы вот здесь с тобой поставим крестик, чтобы понять, где я, собственно говоря, на данный момент времени нахожусь. Так. Опа! А это что такое? Труп-транспорт. Так, это пещера. Ага. Получается, транспорт это вот он, да? Вот пещера, вот транспорт, все правильно. Получается, пещера вот там. Там я медведя стрелял, того первого. Ну, вроде как, да. Получается, там. А это пещера под названием... Нора-Арчи. Нора-Арчи? Нора-Арчи. Какой-то Нора-Арчи тут жил. Ну, я гляжу, он жил-то тут не один, этот Нора-Арчи, а вместе с волком позорным. Так, ладно, Арчи. Это, конечно, твое дело. Но с волком все-таки ты зря. А здесь угля нету, понятно. Но зато здесь плюс 23 градуса. Так, а там берез в раз не 3 было?
Мне казалось, что там еще одна береза росла. Так, ну вот мы согрелись. Березы у нас просохли. Так, чё, пойдем туда, в ту пещеру. А как та пещера называлась? Блин, у нее там название какое-то было, я хрен помню. Так, волка, товарищу Арчи. Привет, Арчи, тебе привет, короче. Тут пещеры, то есть тут березы еще одной не было. Да вон, есть, ее не срубил, действительно есть. Как это я ее не срубил? Не знаю. Ты был увлечен тем, что ты пещеру увидал. А, понятно. Так, это значит неподалеку от нора Арчи у нас находится под локацией бухты. И подъем к хижине к островному коттеджу. Так, теперь. Самолет там. Значит, вот в тех руинах, вот там у нас... А чё ж, барак отсюда был у меня рыбацкий не виден. Значит, вот в тех руинах, точнее, скалах, лечистое озеро. Там медведя, значит, встречал. Там медведи, там леший бродит. А, барак, вон там вот за... Сильно туда, за поворотом. А может, я увидел, я не помню. Так, ну самолет вот он. Барак там. Я его, наверное, видал, просто не пошел туда. Так. Барак. А где барак? Что-то я его не вижу. Странно. Он так в глубине, что его даже хрен углядишь. Так, а ты уверен, что это то место, где ты на медведя охотился? Да ничего я не уверен. Я вот и пошел разведать. Я разведываю, так сказать. Я помню, шел, что-то такое увидал, подошел. Да и это, а где еще это могло быть? Тут больше и мест таких нету. Самолет, тем более, тут один по ресетке. Так, а где ж тогда это... вон туда, что ли, надо заходить? Это там кролики, что ли, бегают? Так, погоди, ну там же был камень, на котором медведь сидел. А, ну на том камне у меня сидел, что ли? Так, что-то я не пойму, ни хрена, товарищи кролики. Да, медведь был вот на этом камне, точно. Слушай, как оно здесь запрятано? Как я его нашел-то в прошлый раз? Да, точно, медведь был на этом камне. Откуда он, в принципе, появился, я не знаю. Да, он на этом камне был. А здесь я его жарил. Вот мои крестики, нолики. Испорченная медвежатина. А это заброшенная землянка. Ах, это землянка заброшенная. Вон чего. Это земляночка заброшенная. А что, нельзя положить тогда? Ага. Хрен кладется. Я тут где-то, помнится, в прошлый раз искал местечко, куда приткнуться. И куда ж ты приткнулся? А я не помню. По-моему, куда-то типа вот такого. Нет? Не сюда? Хм. Так, значит, сюда приткнулся. А медведь сюда не придет? А я не знаю. Тут мясо есть? Медвежатина, приготовленная, попахивающая. Так, а это мой костер? Нет. А из того костра я брал, по-моему, да, тоже брал. Так, блин, а? Все, забрал-то, ничего не оставил. По следам называется своих собственных странствий.
Так, ну что, здесь тепло. Мухи не кусают. Непонятная история с медведем, только откуда он берется. Подождем. Кролики, слышу, бегают. Топочут. И лопочут. Вообще, медведя-то я укокошил не очень давно. Наверное, новому появиться еще рано. Наверное. Поэтому... Эх, вода опять кончилась. Ничего, воды больше нету. Слушай, что так вода быстро кончается? Пошли спать без воды. Хрен с ним, пошли без воды. Вода достала кончаться со скоростью просто какого-то звука. Надеюсь, меня медведь здесь не разбудит. Надеюсь, надеюсь. На медведя, как говорится, надейся, а сам не плашай. А сам не лошарь. Так, спальник из медведя. А вот медведю может не понравиться, что я на спальнике из медведя сплю, да? Да, ему может это не понравиться. Ух ты, костер можно разжечь? Понятия не имею, каким образом, но говорит, можно. Ну что ж, не будем выпендриваться, разожгем. Коли можно. А что там, солнце есть? Значит, где-то есть. Ой, у меня ж тут книг хреново туча. Так, холодно, говорит. А насколько холодно? Ай, насколько холодно? Да намного холодно. Чё там на мясе было написано холодное? Что-то новенькое. Водички нам немножко, а то мы что-то подиздержались, опять водичка кончилась. И я ее все готовлю, она все кончается и кончается. Я ее готовлю, она ее кончается, я ее готовлю, она кончается. Да что же это такое? Ну что, пора, наверное, закругляться. Да, вот я как раз кружок сделал, и пора закругляться. Будем в следующей серии искать выходы. И входы куда-нибудь. Сзади поипследовать, что там есть. Такие пространства большие, заснеженные. Их бы поипследовать. Так, ну может я отсюда не забуду взять угля. Ну попробуй, не забудь взять угля. Сейчас риск бессонницы, я думаю, опять будет. А костер как будто погаснуть хочет. Так, вода. Воды надо везде понаделать, чтобы везде она стояла. Это что? Папайхище медвежатина приготовленное. Что-то в ней не было ничего. Папайхище медвежатина приготовленное. В этой что-то было. Главное, чтобы в ней были не паразиты. Поразительные. Так, ну что, Шурик, сохранимся путем сна. И харе на сегодня. Продолжение у нас будет происходить уже в следующей серии. Вот 2 часа спим. Там вода вроде выкипеть не должна. Я как раз буду почти отдохнувший. Там, глядишь, туда-сюда и медведь нарисуется. Погода. Погода не очень, но мы погуляем. Вода до выкипания, 15 минут. Костер еще горит. Ну что ж, медведь есть? Не видать. Провидению припоручаю вас, дети мои, и заклинаю, остерегайся выходить на болот в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Спасибо, кончено.